Ребята, всем привет, с вами Андрей Евколайф. У нас сегодня погода испортилась, похолодало, противный дождик моросит, поэтому мы готовим здесь на террасе, так сказать, более-менее нормальные условия. Сегодня мы готовим куриные ножки в вишневой глазури. Это будет вот так, как обычно. Смотрим ингредиенты. Собственно, вот сами куриные ножки нам нужны будут. Черный молотый перец, паприка, чеснок гранулированный, ну, в порошке. Это у нас перец чипотли. Это у нас порошок сушеной вишни, но он уже не как порошок. Он немножко, так сказать, слежался, мы его кое-как там реанимировали. Вот, соль, коричневый сахар, растительное масло. Так, это у нас вишневая кока-кола, мед, кетчуп. Это у нас соус чипотли. Если не найдете, в принципе, ну, можно и без него обойтись. Но мы нашли, поэтому. Это у нас вишневый сироп, чеснок и кунжут жареный уже для обсыпки финальной. Начинаем. Ребята, в первую очередь поджигаем сухой горючий, ставим на него стартер с углями. Угли у нас сегодня долгоиграющие, но это не важно. Просто я обычные что-то не нашел. Закончились, видать, у нас. Вот, а такие остались, поэтому такие угли. Продолжаем, ребята, теперь нам нужно смешать специи. Вот, значит, сюда все отправляем. Сухие ингредиенты, то есть сахар, соль, перец чипотли, сухой чеснок, паприку, перец черный молотый и нашу сушеную вишню. Закрываем и такими магическими движениями смешиваем. Я думаю, достаточно. Теперь, ребята, берем вот у нас посудка есть, складываем наши куриные ножки. Теперь что? Растительное масло. И высыпаем наши специи. И будем сейчас перемешивать. Ребята, ну вот так у нас получилось. Обвалять, замариновать. Отставляем в сторону. И теперь нам нужно чеснок измельчить. Давайте приступим. Это все, чеснок у нас готов. Теперь, чтобы время не терять, нужно нам насадить ножки. Вот так у нас по 5 штук будут. Все, ребята, у нас все готово. Ждем угли. Ребята, угли у нас готовы. Соответственно, их потихонечку высыпаем. Двигаем решетку. Потому что мы сначала сейчас не ножки будем жарить, а ставим разогреваться нашу любимую сковородочку. И будем готовить сначала соус. Ребята, первым делом кока-колу нашу вишневую сюда выливаем. И надо, чтобы она выпарилась, чтобы осталось от нее половина, как минимум. Ну, в смысле, можно меньше чуть-чуть. Ребята, в общем, вот у нас примерно наполовину выпарилась наша кока-кола. Добавляем остальные ингредиенты, то есть кетчуп, соус чипотли, это у нас вишневый сироп, это у нас мед, и осталось у нас чеснок положить.
Все. Ребята, и сейчас минут, так сказать, 5-7 поварим до загустения. Будет все прекрасно. Ребята, все, 6 минут у нас проварился наша глазурь, наш соус. Все убираем в сторону, чтобы немножко остыло, и сейчас будем жарить уже наши ножки. Ребята, ставим наши ножки. Так, давайте это вот так поставим. Так, а эти вот так вот. Все, ребята, жарим до готовности. Надеюсь, минут 15-20 нам хватит для этого. Все у нас практически готово. Смазываем пока с одной стороны, потом будем с другой смазывать. Смазываем вторую сторону. Снимаем наши ножки и буквально там 2-3 минуты остынут, ну 5. И включимся, будем пробовать. Ребята, ну что, как вы видите, мы кунжутом уже посыпали. Пробуем. Опять у нас такой островато-сладкий. Но острота здесь вообще очень слабенькая, поэтому так очень прикольно. Очень сочная, очень такая, как я уже сказал, пикантный вкус. Здоровская. У нас все очень вкусно получается. Ребят, ну что, готовьте с нами. Очень вкусно все. С вами прощаемся на неделю, как обычно. Всем здоровья, всем пока.